Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами на сайте лаборатории. Обратите внимание, давайте вот я сделаю подобным образом, увеличу картинку. Надо мной коллеги подшучивают: Виктор Николаевич, у вас все видео про диагностику, диагностику, диагностику. Наша работа ведется уже 14 лет, и, наверное, периодически я возвращался к этому вопросу на протяжении последних 5-6 лет к некой новой технологии, которую узнал, начал изучать, списывался с авторами этой технологии. Некоторые авторы нас уже покинули, профессор Игорь Викторович Смирнов в частности, но есть его продолжатели, супруга здравствует, дай ей Бог здоровья, и после себя этот человек удивительный, просто грандиозный, умный, талантливейший исследователь и ученый оставил, собственно, две книги: «Психоэкология» и «Психотехнология». И, соответственно, на основе его разработок, его деятельности, с учетом открывающихся каждый день новых и новых, новых технологических каких-то возможностей, я продолжал, развивал и пытался совершенствовать его технологию. Соответственно, коллеги говорят: кончайте диагностики, займитесь чем-то другим. То, что вы вот здесь вот это все видите, это основа основ, фундамент, стены, крыша, внутренняя отделка, одним словом, это дом. Некое строительство происходило на протяжении многих-многих лет. И если угодно, психокоррекция – это некий завершающий этап, шпиль всего этого сооружения. В ближайшее время он будет открыт, этот раздел. Он сейчас на сайте существует, но он скрыт буквально от всех, от наших контрагентов, от наших простых пользователей, физических лиц. Он пока недоступен никому, кроме вот сотрудников лаборатории, меня, моих коллег по работе. Работа продолжает вестись. Я должен сказать, что она сейчас находится где-то на уровне завершенности порядка, наверное, 70%. Не хочется выкладывать все частями, хочется в прекрасный какой-то момент, прекрасный солнечный день, открыть этот раздел для всех, и мы получим новую совершенно технологию. Вы ее получите, как простые люди, так психологи ее получат. Новую технологию по помощи самим себе. Некая психокоррекция, основанная не на экзистенциальных каких-то практиках, внушении, гипнозе и так далее, а именно на основе технологии, компьютерной технологии, объединенной с технологией психологической, если так угодно можно выразиться. Одним словом, прошу рассматривать это видео как очередной анонс. У нас много изменений было в прошлом, буквально в недавнем прошлом. И стандарт мы сделали, и информацию некоторую обновили, дополнили. И вот в ближайшее время появится новый раздел на сайте, новая психотехнология, совмещение компьютера, технологии цифровой психологии и, соответственно, психокоррекции, психологического консультирования. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.